Всем привет, друзья! Как заменить направляющие клапанов? Купил ГБЦ, уже даже шлифанул, но потом рассухарил, проверил большой люфт в направляющих. Решил поменять. Местами люфт просто огромный. Если оставить так, просто заменить сальники клапанов, то через какое-то время они будут пропускать масло в любом случае. Для замены направляющих понадобится вот такая выколотка. Они продаются. Это вазовская. Мне подходит. Вот в таком положении запрессовываем направляющие. Вот в таком положении наоборот выпрессовываем, выбиваем. Вставляем в направляющую. Стучим аккуратно молотком и выбиваем. Вот я одну выбил направляющую. Видно, что вот этот стержень, он немного тоньше направляющей втулки. Поэтому стенки не повредит. Вот если посмотреть. Можно, конечно, использовать и другой инструмент. Специальные выпрессовщики, запрессовщики. Но я буду аккуратно, не спеша выбивать и потом забивать. Для этого, несмотря на то, что я одну уже выбил на холодную, сейчас я головку нагрею рядом с печкой. Растопил печку. Здесь стоят еще оригинальные направляющие. Износ достаточно большой. Желательно, конечно, градусов 130. Ну, если 100 будет, и то хорошо. Во всяком случае, не на холодную. Так, головку нагрел. Выбиваем направляющие. Выбиваем. Так, все направляющие выбиты. Сейчас прочищу места, где устанавливаются направляющие очистителем карбюратора. Удаляет смолы, нагар и другие углеродистые отложения от Master Wax.
Сначала на дне лежат вот такие шайбы. Старые направляющие спокойно через них проходили, а новые уже не пройдут. Так как у новой направляющей широкая юбка, значит, надо сначала ложить шайбу, а потом запрессовывать. Кидаем шайбы. Ну, вот так все по порядку. И будем устанавливать новые направляющие. Направляющие можно немного охладить. Фризером. Берем направляющие, смазываем. Берем следующую, смазываем. Ну и так далее. Так, ну и последнюю. До металлического стука. Все. Ну все, направляющие все на месте, стоят как влитые. Дальше буду примерять клапана. Возможно, придется прирезать направляющие. Чуть-чуть подвисает. Зазора практически нет. На впускном прям еле заметно есть. Ну что, друзья, дальше буду устанавливать клапана.
если какие-то не будут садиться, вот не сад, плохо садится, туго, надо будет разворачивать. И возможно дальше будет видно, если притираться клапана не будут, то надо будет нарезать немножко седла, потому что раньше клапана ходили, большой ход у них был из стороны в сторону, и они уже здесь есть выработка в седлах. Надо будет выправлять, нарезать. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!